жесткая война против скибиди туалета. Иди сюда, щенок. Я разозлился. Он не знает, за кем агрится. Вот это оружие очень много ребята выносит. Нереально много. Ой-ой-ой. Вот это он мощный. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Кирилл Геймер, Пика, Маквейт, ОлТВ, Форум, Подлючка, пацаны, поздоровайтесь. Всем то. Всем ням-ням. Ребята, сегодня очень крутой и веселый ролик, потому что мы будем убегать от скибиди туалетов. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Бегите, глупцы. И досмотрите ролик до конца, потому что в конце ролика мы будем с ними еще воевать. Но сначала мы постараемся повыживать. Не забываем ставить лайк, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. Пацаны, первый пошел. Давайте мы их подальше прям поставим. Вот такой с ножичками у нас есть еще. О, подальше, да. Спасибо. Все, Форум, молодец. И еще мы сейчас поставим вот такого с бензопилами. Ой-ой-ой, ребята, это будет очень жесткая серия. Очень. Видите, что творится? Мы будем умирать, умирать и умирать. Бесконечные смерти. А где он топает? Вы скажите? А, вот он. Да. Ребята, пошли большие у нас. Ого. Это я не перегнул палку, пацаны? Хорошо, давайте мы его в конце ролика поставим. Для начала мы еще так поставим. Так, у нас есть еще вот такие вот паучащие скибиди туалеты. Ребята, вот это вакханалия пошла. Ай-яй-яй, я успею, да? Да, я убегаю. Нет, не убегаю. Ой, смотрите, как красиво воду. От них вообще нереально с бенихопом убежать. А может гравитацию немножечко увеличить? Хотите? О, давай. Чтобы было, ребята, интереснее. Вот, смотрите, можно прыгать и в воздухе лететь. И он не может меня убить в это время. Во! А, нет. Вот все-таки могут убить. Давайте мы пока паука удалим, потому что он какой-то вообще неадекватный. И давай вертолет мощный. Бомбы пошли, пацаны! Какие бомбы еще? Вот бомбы! Ай, класс! Давайте кого-то большого поставим. Ребята, у нас есть вот такой вот самолет. Вот это вакханалия. Бомбы летят, самолеты летают. В дом он залетел и опять крутится, как в той серии. Давайте мы его достанем. Давай, мужик, выходи. Выходи гулять. Ай-яй-яй. Да, самолет как-то очень странно в этой серии себя ведет, но убил меня все равно. Вот это неадекват. Ай, блин. Люблю такие серии, когда все умирают каждые 5 секунд. Сразу говорю, это будет очень мощно. Смотрите. Вот это псих. Вот это неадекват. Это да, это скибиди туалет Тесла. Я живу, смотрите, как долго выживаю. А мочит всех прямо на спауне. Ой-ой-ой. Хорошо, пацаны, давайте, чтобы было интереснее, можно с ними повоевать будет. О! Давайте, берите оружку, только не сильно читерскую, как вы это любите делать, да, Гусанёк? Да, Саня, вообще. Сейчас мы его убьем. Мы его убьем, да? Нет, мы даже останемся. Промахнулся, блин, по нему еще сложно попасть. Неадекват. Да, блин, мы умираем все. А он заладил и все, смотрите, своими лазерами вонючими. Мы его убьем в любом случае, когда-то. Его убили? Убили, пацаны! А я только миниган взял мощнецкий. Что? Ну и ладно. Хорошо, это у нас будет такой маленький босс. О, сейчас у нас будет вот такой босс. Это не босс, это не босс. Он просто меня затаранил до смерти. Вот это он быстрый. Скибиди, ребята. Скибиди, туалет, ракета. А ты смотри, таранит своей башкой галимой. Блин, это класс. Кстати, очень оптимизированные моды, вообще не лагают у меня. Очень четко все идет. Ну что, щенок? Я тебя должен замочить хоть раз. А, блин, ты смотри, что делает. Пацаны разошлись нормально так. Ой, ослепили, ослепили. Френдли ослепление. Он за мной! Он за мной сейчас убьет! Ай, зараза! Вот он. Насыпаем хорошо, пацаны.
Как вы думаете, сколько у него жизни, что мы его убить не можем? А ты задрал, блин, я даже оружие не успел выбрать. Но мне кажется, 10 тысяч мы уже вынесли бы. Так, ребята, я беру намного мощнее оружие. Все, я готов его замочить. Убили? Да, убили. Да, я Z нажимаю, и мы его убили. Это хорошо. Ребята, сейчас будет скибиди туалет с ножами. Все, погнал чикать всех. Ай, блин. Росомаха. Это точно, скибиди туалет росомаха. Будем его с арбалета мочить, тоже хорошо отнимает. Ух ты, на Шпагатеева сел. Это жесть просто. Управляемая базука пошла. Да, за ним не успеть. Будем с арбалетика мочить, он больше 100 хп выносит. 10 раз попал, 1000 жизней вынеслось. Он за мной? Нет, он не за мной. Так, стреляем. Хорошо, попадаем. Только не знаю, попадаем вообще по нему или нет. О, бомбу пошли залаживать. Вот сюда он не попадет. Все, ребята. Он не сможет. Я его отвлекаю, мочите. Я сейчас умру. Нет, не умер. А он за мной, да что ты за мной привязался? Ай, блин, пожертвовал собой заради пацанов. Зачикал. Нормально. Мне интересно, вообще его возможно убить или нет? Мне же кажется, что так много жизни у них. Возможно, это хорошо. Так, давайте мы возьмем туда базуку какую-то другую. О, хорош, Кирилл Геймер. Я думал, ты против него воюешь, а не против нас. Так, где он? Вижу. Пошла базука. Ой, красиво попал. Еще разочек. Вы задрали, пацаны. Давайте воевать против него. Хорош. Еще разок. Промахнулся. Ой, попал. Так, улетаем. Потихонечку убегай. Ай-яй-яй. Да сколько жизни у него, мы что, его убить не можем? Я его убил, а нет. Нет, мы не убили его. Во! Блин, я не успеваю взять оружие, ребята. Жесткая война против скибиди туалета. Иди сюда, щенок. Я разозлился. Он не знает, за кем агрится. Вот это оружие очень много, ребята, выносит. Нереально много. Ой-ой-ой. Вот это он мощный. Неадекватные пацаны, какие такие, как и я все. Да ты смотри, он за два своими ножичками чикает всех. Сейчас я, ребята, еще оружие выберу мощное. Есть у нас тут такие оружия. Монетка. Давайте попробуем монеткой. А, блин, он мне ногу подрезал. Ой, блин. Из-за того, что гравитация большая, я лечу. Ты гравитация, наверное, маленькая все-таки, небольшая. Да ё-моё. Сейчас я его убью монеткой. Монетка 7000 выносит. Смотрите, в какой же раз попал. Есть. Все. Не я убил. Блин, я-то хотел его убить. Спасибо, пацаны, что вы мне помогли. Ну что, вы готовы к эпику? Давай. Да. Ванная прилетела у нас с базуками. Ребята, все больше и больше у нас скибиди туалеты. Надо будет еще камераменов каких-то поставить. А он не стреляет по нам, кстати. А, нет, стреляет. Забирай свои слова назад. Вот это меня раскрутило. Все, он встал в одном месте, теперь можно его долбить. Давай, пулемет, погнал. Смотрите, как красиво это смотрится. Давай, Кирилл Геймер, я в тебя верю. Хорош, вот это война жесткая. И монетками гасим, и пушками гасим. Давайте, ставьте всю артиллерию, что у нас есть. Все ставьте. Ай. Ай-яй-яй. Наказал нас. Есть. Есть. Это была очень мощная пушка. Дебейлиша. Хорошо. Готовы еще повоевать? Да. Давай. Погнала. А теперь маленький, но очень маневренный и быстрый, который мочит с пушечков. У него такие прикольные пулеметики по бокам. Ай. А теперь ваши пушки уже по нему не попадут. Смотрите, что он делает, такой зараза. На расстоянии воюет с нами. Надо в здание зайти. Ребята, надо воевать именно с помещений. Сейчас возьму монетку и буду пытаться его прицелиться. Ого, вот это он мощный, ребята, он реально опасный такой противник. Попал. Еще раз попал. По идее. Красиво аж здание дымит, смотрите, черный дым идет.
А где он куда там? Его? Убили. Я его убил. Молодчик, где? Молодчик. Хорошо, ребята, теперь у нас будет другой противник. Это Скибиди Туалет, но зараженный камерамен. Он сейчас нам даст просраться, я вам серьезно говорю. Вот видите, что он сейчас будет делать. Он просто всех взорвал одним залпом своим. Я даже не знаю, возрождаться, не возрождаться. Бежит, бежит. Вот это он быстрый. У нас же 8 человек против одного. А как он меня убил? Он кричит? Ой-яй-яй. Да блин, он топчет просто на спауне, стоит и убивает всех. Ну как вам такой противник? У него ХП регенится. А мы его не сможем убить? Если обычным оружием, то да. О, я знаю, что надо сделать, пацаны, чтобы было это легче нам. А ты смотри, что он делает. Я хотел просто спауны в разных точках карты поставить, я думаю, было бы тяжелее. Монетку берем. Все, теперь начинаем его наказывать. А вот теперь наказываем его. А он задрал, а? Я вижу, пацаны пушки ставят. Можно пушку с пушки стрельнуть? Да гаси из чего угодно. Давай, лопашь его. Он же регенится, значит мы должны его наказать. Вот эта пушка, ребята, смотрите, как мощно это смотрится. Со всех орудий, которые есть. Да как он убивает на расстоянии криком своим вонючим. Вот это жесть просто. Это, ребята, вакханалия. Ролик точно заслуживает лайкосика и вашей подписки. Если будет очень много комментариев и лайков, то мы снимем еще более эпическую битву. Защита базы сделаем. Ты же говорил, что регенится у него жизни. Видно, не сильно регенится, да? Ну что, пацаны, вы готовы повоевать с бензопилой? Ай. Так, бензопила, отвали. Бензопила, отвали. Блин, прям поймал меня. Всех пилит, просто летит и пилит всех. Знаете, какое читерское оружие у него? Ай-яй-яй. Он еще и стреляет? Да, у него пушки есть. Надо заныкаться. Гасите его, гасите его. Передышка. Идем, идем. Ай. Нагибаем его, пацаны. А че он застрял? А он во мне застрял. А, понял, гусанек, ты пожертвовал собой заради нас. Ну что, сейчас будет еще более, наверное, эпический у нас соперник. Вы готовы? Давай. Погнала. Вы что, издеваетесь? Это же соперник был мощный. Ну не обижайся, Скибиди Туалет. Не обижайся. Пошел отсюда, щенок. Ну, блин, а вот это мы его замочили быстро. Хорошо, у нас есть еще Скибиди Туалет гигант. Нате вам, пацаны. Он тоже мертвый. Ребята, молодцы, хорошо играете. Значит, вы хотите жесткую, да, войну? Давай. Да. Поддерживаю. Нет, это так что-то не пойдет. Хорошо, держите вот такого вот. Ай, кислотный додик. А, его уже тяжело убить, ребята. А, нет. Я так понял, что какие-то у нас тут попались Рэмбо, да? Хорошо. Нате вам за это. Вы что, издеваетесь надо мной? Хорошо, ребята, ставлю большого... Камерамена. Скибиди Туалет, Астрофайтер. А камерамены еще будут у нас. А нет, я хочу большого поставить. Вот такой у нас есть. Ай, вы еще не убили его? Я думал, вы опять его убили за секунду. А, ну за 2 секунды. Хорошо. Хотите камераменов? Да, да, да. Будет вам камерамены. Погнал. А вот теперь уже его будет тяжело попасть, ребят. Это маленький камерамен, очень маневренный. Смотрите, как он прикольно бегает. А чё он встал в углу? Он боится нас, пацаны. Стреляйте по нему. Так, я отойду от него, потому что меня тоже убьют. Как уж у него жизнь у этого дурачка. Вот это мы его мочим, а ему нифига. А он может быть бессмертным или нет? У него перчатка Таноса. Была. Хорошая перчатка Таноса. Ребята, приближаемся к более эпическим. Сейчас будет все больше и больше камерамена у нас. Блин, дебейлиший будет. Следующий будет прям мега-босс. А вы задрали, вы что так как быстро убиваете? Хорошо. Хорошо. Ну что, погнали.
Вот это прям мощный. О, вот это он нас мочит. Вот видите, какое у него оружие есть? Просто всех наказывает. Все, мертвый. Опять убили. Сейчас будет мега-босс. Погнали. Это мгновенная смерть. Просто растворил нас всех. Вот это он мощнецкий. Надеюсь, мы его не убьем за 5 секунд. Потому что он должен нас всех наказывать. Да блин, я даже не успеваю ничего сделать. Мне кажется, Сузи, дай вас свист, чтобы по нему стрелять, когда Сузишки. Это вообще ни о чем. Да ё-моё. Изи. Изи, хорошо. Конечно, вы пушки наставили себе. А против такого, который сейчас будет просто с неба всех гасить. Прыгай и мочи этих, кто за пушкой сидит. Он нас не убил, а я его убил. Ребята, мы просто нашли тактику, как их убивать. Ставите мощнецкую пушку, и просто всех можно наказывать. Я знаю, что надо сделать, чтобы вам было тяжело ходить, я вам покажу. Ну, так кто удаляет? Давайте, пацаны, воюйте. Вот это сейчас будет волна жесткая. Бу! Я даже не знаю, кого я там попадаю, но в кого-то попадаю. Надеюсь, игра не вылетит. Ай-яй-яй, убили уже. Сейчас сняли, еще убили. А с чего вы их мочите? А, с пушки. Давай-давай-давай, наказывай, я отвлекаю на себя. Видишь, я вдалеке карты нахожусь. Давай, мочи. Ой-ой-ой. Вот это они быстрые пауки. Они меня не видят. Ладно, увидели. Эй, блин, жесть. Вообще, можно вырваться с их лап мощных? Ой, я прыгаю. Атаку не попадает по мне, он останавливается, когда в воздухе. Так, не попадает. Не попадает. На тебе. О, надо АР-2 взять. Базука. Есть, попал. Попал, но чуть-чуть не сильно. Ай-яй-яй. Ребята, они очень мощные. Монетка. Ой, я, наверное, убил случайно кого-то. А сколько ж у них жизни? Ой, хорош, убил я двоих. А, то были мои игроки. Вот это там уже трупов разбросано по всей карте. Да ты задрал, блин, морду. Все, я разозлился, должен сейчас хоть еще одного убить. Вот это битва. Вон, наверху еще пацаны стоят. Давайте. Зависли. Застряли в друг друге. Я должен убить хоть одного. А сколько жизни? Монетка 7000 выносит. Я реально не могу никого убить. О, пацаны, не убивайте их. Я сейчас их убью по-своему. Зачистка идет. Я слышу, еще один живой есть. Погнала. А, маленькая же гравитация, поэтому долго летят. Это полная зачистка. Если понравилась эта серия, выходите еще. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Пока.